К мосту выходить. Лук есть, у них нет садника. У них нет садника, у нас две кавы. Смотрите, они налево ушли. У них два лука. Точнее, направо, извините. Идите на таверну, да. Они играют два лука и без кавы. Ну, 7 на 7 неплохо. Если будет правый флаг, это неплохо. Это удачно. Неудачно, блядь. Да, хуйня полная. А вот если левый они, центральный, это то пушка к нам подходит, к таверне. Отходите назад, вам нельзя их принимать. Ну, в смысле, наверх встань, Захара, остальные вкройте. Эльза тоже наверху пусть будет. Просто стоим. Нормально, Эльза щитом это лучше, чем лучник на такой дистанции. Три лука близко, два, точнее. Они прям блядь, Захар, близко. Не лови. Нормально. Пусть лучше Эльза работает. Главное, не умри просто тобой. На 7 на 7 мы не можем минус. Там металл. Один лучник на лестнице, другой под. Все понятно. Он правее бегает. Да, на мост не давайте, главное, залезть ему, если он захочет, Захар. Вот не давай ему залезть. Он там пытался прибежать, все нормально. Так, стоим пока, стоим. Они идут. Выходите назад, выходите в открытую местность. Выходите в открытую местность чуть-чуть. Только не давайте пройти на Эльзу. Эльза, оставайся наверху просто пока. Ждем. А, они хотят, они стоят просто, все, стоим, ждем. Захар, Захар, не уходи, стой же. Лок на мосту. Угу. Не делите закрытой местности, еще назад, бэкайтесь, еще раз. Надо готовить заезжать, Сильванир, ближе, очень далеко, Сильванир, ближе. Они пока не пушат. Бейте по правой стороне, их обходите и пусти, по правой, все по правой, заезжайте, все быстрее, заезжайте. Занял полярму. Деритесь, ребят, деритесь, вы в равенстве, найс, полярму. Работайте, отлично. Сильванир на лук одного поехал. У них два лука работают, ребят. У нас наш лучник жив? Нет. Ну, на два лука пройдите направо. Да, занимайте. Эльза и Дема, бейте этого одного. Хорошо. Он лоу чпи, ребят. Блять, Сильванир, он зря спешился. Пиздец. 4 в 3. Парашют, главное, держи его просто. Блять, ну пизда. Идите направо все. Ну, хуйня. Идите на него все, Дема, иди. Эльза тоже, наверное, ну, хотя может подержать. У меня пол. 40 секунд, если что. Вы должны его убить и идти на флаг быстро. Убивайте его быстрее. Убивайте. Хорошо, на флаг идите, все. 40 секунд, Эльза, сдержи их. Эльза, сдержи их просто. Как можешь, держи. Все, Эльза сейчас умрет. Я окаленный очень. Вам немного прожить просто. Просто стойте по читам. У них лучник и пех. Хуёво. Ну, вам прожить, блять, надо будет хуже. Главное, стрелу не словите. А где они идут? Вам прожить секунду. На мосту. Близко уже. Просто 9 секунд жить. Выходи, Белик. Выходи к флагу уже, все. Просто пожить. Все, молодцы. Отлично. Так, левый флаг был. Это очень удачный для нас флаг был. Выходим также на таверну. Я очень хуёв заехал, мне просто реворс шёл. Да, я думал, это его уже. Они так же. Ну понятно. Хорошо, я у меня не есть вопрос. Не давайте, главное, их луку на мост проходить, на остальное вообще поебать. Быстрее позиции занимайте. Захар, не высовывайся, просто наверху стой. И не давай луку на мост зайти. Вот как только он будет бежать, на мост стреляй прямо. А так не высовывайся, пусть Эль заработает по ближним. Не лови, главное, просто ждем. А их сзади у них полярмчик. Захар, не давай ему, не давай на мост, не давай на я мост. Я не даю, не даю. Хорошо. Второй лучник вроде пошел обходить. Он, слева? Ну, да. Да. Поверху. Нет, наверху. Не, он не идет, он там стоит. И они отошли, чтобы мы их запушили, все нормально. Отлично, очень повезло. Стоим тут же. Стоим, ждем. Надо на центр выходить, мы их на центре запушим. Стойте просто. Сильванир, главное не пешься там. Да. Они по центру идут. Так, стоим здесь, ждем. Выходить левее, Захар справа оставайся. Выходить левее. Сильванир, готовься, мы сейчас будем их пушить. Сильванир, готовься. Да, готов. Заезд будет где-то через... Велер, назад, чуть назад. У них наверху лук, ребят, стоим, ждем. Стоите, поднимайте флаги. Ждите. Ко мне пехи идут. Пушьте их, прямо сейчас, пушьте. Нужен заезд, Сильванир, поехали. Работает. Отлично, работает. Блять. Хуёво, у них два лука живых, с пехами разбирайтесь, только не умирайте, ребят, так сильно.
Захар, контри его, контри. Хорошо, блять, хорошо. Молодцы. Поаккуратнее просто. Помогите ему, Захар, иди помогай. Хорошо. Дэма, ты меня немного подутроил. А, везет, ну с флагом, ребят, давайте так же. Везет, очень везет. Они всю ставку на правую делают. Пока план тот же. Я видел, кстати, стрелу с левой стороны. Вот там нормально все. Дыри, блин, нормально. Ну, опять направо. Возможно, сейчас попробуем их быстро пропушить, ребят. Зачем? Ждите, ждите, потому что, ну, флаг может не повезти сейчас. Сейчас посмотрим. Если они подойдут очень близко, мы это сделаем. Ждем пока. Сильванир, можешь их объехать? Нет, там стоит пайка. И лучник наверху. Еще Коля там. Я понял. Одна. Стоим, стоим, просто стоим, стоим. Один пех обходит нас. Обходит? Лестница поднимается. Пехи, пехи, пушьте, пехи, пушьте, 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 поехали на них, пошли, 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 пуш. Я на лука пошел. Пушьте, пушьте, пушьте. Отпрыгнул. Пушьте, 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 найс. Вот карты. Ебашьте, ебашьте. Луков займите, попытайтесь наверху лук купить. Хорошо, хорошо, бейте. Занял. Охуенно пошел Ларигор, блядь. Обосрался. Они без пайки остались и обосрали. Отличный инфа. Говори, убейте это. Гения, обходильщик. Так, хорошо. Шо, обошел, да? Обошел, обошел. Да не только не расслабляйте, сейчас мы опять. Ладно, да, но не расслабляйте. Хорошая работа. Подождем, подумаем чуть-чуть. Блять, ну 7 на 7 не так интересно, я 8 хочу, блядь. А их-то самих 8 нет, да? Тогда ладно, мне так обидно. Ждем, будут ли у них замены. Если не будет, то вероятно, мы тоже ничего не будем менять, потому что наш ЕСП еще более удобен. Жесть, конечно, там Дерихлем стреляет, и Викториус. Это что-то командование, конечно. Викториус, это ты Годфазер имеешь в виду? Угу. А Дири это микс, который... Я не знаю, что такое Летяга, Ромарио и Альфарвес. Летяга из РКК, блядь. Ну да. А у них знамен нету. Ромарио и Альфарвес, не знаю, кто такие. Из Альянса, челик. Да, из Альянса. Вот. Ну ладно, и Альянс. Ну я Альянса планами называю, да. Там орехи. Джунгл, понятно. А вот Альфариус это Аморал, блядь. Это они написали, что не готовы. Они готовы, да? Замен у них нет. Нет. Ну что, Дэма, ты со мной согласен, что менять ничего не надо? Конечно. Ну тогда рыть. Я с тобой совсем согласен, если там связи поднапряжешь. А куда? Я только на ПМ могу напрячь. Так я на ПМ понял. А, я понял. Куда? Ладно, идем направо, направо, пошли направо. Пошли. У меня почку прихватило. Болезнь. Беги. Фильмы слушать меньше. Как они идут, Сильв? По мосту среднему. Выходить на них, выходить на них, выходить на них. Они это верно. Пошли, пошли на них. Коля ставят. Ебать ГБТшники хуево. Подходите, ломайте Коля. Ломайте, ломайте их. Так мне нет, забейте, мы подуками ломать, все, забейте, пусть Эль заработает, ага. Подумал, что за их этим мосту тут все. Не деритесь с ними, ребята. Вот тут еще застрял, бейте. Бэк, чуть назад. Он умрет. Ладно, их деритесь, очень плохо. Ой, деритесь. Там один соленый ЕК. Очень. Бог кучник, да. Все. Мы в мрансе, ребят, деритесь. Да, мне в мрансе, ребят. 3-5. Надо живи. Хорошо, хорошо, хорошо. Захар, работай, давай, ты будешь. Засейви, попробуй. Ай. Ну Захар, блядь, Захар заморал, конечно. Он нашего пулярщика захуячил за секунду. Они Коли были набрали, блядь. Это Коля не то, чтобы что-то сделали. Нет, они сделали. Они много сделали. Так же пошли направо. Просто стоять будем, короче, потом.
Ну, а это работает, я шарю, что это работает. Два лука и поле на закрытие. Лучник у них также обходит на тот мост, дальние они по центру. Понятно, ждем. Стоим здесь. Ну, сейчас на эти колья посрать, конечно. Захар, двигайся чуть-чуть. Подходит к вам. Лучник и пех. К карте? Не-не-не. Как подходит, в смысле? Ну, да-да-да, не карте, но они далеко от меня. А, все, понятно. Ясно. Справа, что ли, идут? Да-да-да-да-да. А лучник вообще да, обошел. Лучник один там обошел. Обошел. Стоим, пока стоим. Они сейчас будут вместе собираться, демо? На лучник, который не стоит. Не стоит пока что. Выходите на, этот, на правых, выходите на правую группу, надо за нее заехать, поехали быстро на нее. На этого лучника, который я обходил, надо заехать прямо сейчас. Не отпускаем его, ребят, не отпускаем, деремся. Бьем этого пеха, бьем, за вас пехи вышли, деретесь в открытой местности, деритесь. Где сильф, блядь? Сильф. Что-то я не понял, ну, ай, ужас какой. Проблема в том, что я не вижу Сильванира. Проблема в том, что я не понимаю, где он. Я, видимо, дал команду, он был в полных ебенях. И, видимо, мы просто по рофлу, блядь... Короче, он не понял, по лука просто. Ну, я не знаю. Я же сказал, на того, который обходит. Да нет, он понял, он просто был далеко. Он просто был далеко. Флаг какой? Их, да? Ой, нет, слева, наш, наоборот. Наш. Извиняюсь. Направо, пошли на могилы. Прям на Эфест, на могилы. Просто. Это будет ужасно, если они его займут, поэтому лучше мы его займем, а на арку поебать мы ее запушим. Побежали скорее. Они сюда идут, сюда. А это понятно, пушим их здесь, пушим, выходим сюда, ребята. Дайте я первый просто. Скорее. Сильвани, прямо сейчас объезжаем их и заезжаем, пошли. Я спереди лучше заеду, я не успею уже. Давай, пушим, ребят. Ну, Коля, это не хлыщик, не в позиции бегает. Пушьте. Пойдем. Черный пех на лоу. Пехов надо. Там лучник жестко давно. Лучник один мертв. Я на лука прям второго. Да. Ладно, я на пеха развернусь. Окей, забейте на пеха, давайте его убьем. Вы на конях, вы на дыме. Ой-ой-ой-ой, сейчас умер. Да, умер, блядь. Аккуратно. Все хорошо. Флаг успел? Где флаг? Где, блядь? Где? В центре, да, в центре он. Больше негде. А, пошлите просто карки. Что, Захар опять кого-то? Угу. Ой, сори, я не понял. Гелий, ну ладно. Да чё? У меня ассисты были. Да я мы не про тебя, Захар. Я по тебя, про себя. Я их сейчас сразу объеду, у них на спавне буду пытаться. Где? Они на спавне ничего. Ждут флага у себя. А ну там, у них спавнится. На магии, короче. Выходите сюда, ребят, левее, выходите сюда. Они использовали эту тактику до нас, Варвард, я помню. Мы когда еще с ними играли. Так, все, демо. Нафига не. Стойте здесь. Просто в центре стоим, ждем. Возможно, будет наш флаг, это будет отлично. Может, мне на таверну? Как хочешь, Захар, просто стоим. Точно. Пусяк балуется. Стоим, ждем, отлично. Но это еще не победа. Сейчас посмотрим, как пойдут, от этого все зависит. Главное их перекрывать. По центру. Стоим, пока ждем. Ждем. Лук где? Там же. Сейчас будет АПИ левее, понятно. Еще в открытую, все, пусти, Льванин, заезд. Yes. Убил? Прости. Живи. Займите полемон. Хорошо, пошел мёд. Аккуратнее. Хорошо. Убиваем вот этого. Убивай. Вверх не бью. А чё он слева лук? Ну не убил его. Ты не убили? Да. Блядь, не убил. Один удар. Луч пьём. Всё, отлично. Где? Левый нос.
Блять, не отдаем сет, надо еще один раунд будет взять. Это их карта. Так, пошли направо, надо опять их пушить будет там, ребят, быстро. Сегодня ты что, реально не играл за неделю месяц или что? Я тоже не играл. Я где-то месяц. Полмесяца. Я в турике последний раз играл. Скорее, скорее, они уже здесь, ребят. А, все, вы их не запушите, возвращайтесь. Все, 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 бэкайтесь, бэкайтесь, вы не запушите. Пизда там уже. Надо надеяться на центральный флаг, если не он, то плохо дело. Ладно, ребят, выходите через мост. Проходите через мост все. Сюда. Если будет центральным, придется выходить, и тогда им, их же Коля будут мешать. О, они прям здесь, тем более. Выходите сюда, ребят. Быстрее только. Что у нас только Беллер быстро бегает? Дэма, жди их. Не ловите только стрелы. Все, ждите, ждите, ждите. Эльза, обойди их, пометай. Не пушим их, пехи не пушим их, Эльза, обойди, обойди. Если можешь. Да долго слишком. Ладно, понял, хорошо, стоим просто. Стойте, вам, просто пытайтесь с ними стреляться, метаться, пока нормально. А где Захар? Ну, забанил. Все, вижу, вижу, вижу. Пехи, входите туда внутрь. Надо будет заехать. Лук справа у него. Пушим, 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 пушим. Пошли. Хорошо, мы в плюсе, работаем. Взяли пехи. Помогай, друг. Отлично, блять. Хорошо. Помочь. Включение боем. Так, ну что. Руины или реверан? Руины или реверан? Я бы руины пикнул, честно. Там, по-моему, меньше решают. Хотя... Я бы на кого-то играл. Съебал, блядь. Сейчас Синди Буш пикну, реально, блядь. Ну ладно, уже пикну. Ставь, ставь. Шо? Ну у них два лука, у нас один. Чё легче будет с двумя луками играть, то и ставим. Так, а вот руины, руины легче. Я вообще думаю, можно без луков тут поиграть. Я у меня есть кава. Да. Кто на пехе остается? Я прикольно играю. Так, так, так. Дэма, давай на каву, пара на каву, да. Пара это типа парашют и Захар. Сейчас я нихуя не понял. Ник пока что одна кава. Ник как бы ссылка. Да у них, видимо, нет всадников. Две кавы, походу, будет. Если Ларигор не на каве, то нормальных всадников у них нет. Как же? Жон Голд. Чел, ты... Ну, тогда у нас тоже Захар есть на нормальном сайте. Да что за шутки? Это не шутки Захара, это сырувая реальность. Ты Джон Голда не уважаешь Захара, не понял? Ты Джон Голда не уважаешь Захара? Да? Кто это? Ясно. На... Надо на демо в МГСУ поступишь, поговорим. Дружище, я не поступлю в МГСУ. Я не приду в МГСУ. Не факт. Будет классно, если ты поступишь. Ну, да, я на да. Приходите. Я могу на пару. Ты с детства поговори, как правильно в роту входить. Или в казарму, казарму. Да, да. Ок, ок. В роту? В роту, да? Да, в роту. В роту. В роту. А, ну да. В роту 200, в жопу 500. В чем разница между бургером? Ладно, не буду. Варанный. Да, чел вышел на КВ поиграть серьезно с луком боевым, да. Да. 2021 год, начинается. ПВ стайл.
Ясно, ясно. Захар ролит. Захар в ролку поиграет, хорошо. А ну-ка, Захар, прыгни. Прыгни и выстрели в воздухе. Если ты хороший лучник, ты обязан будет это делать. Ты знаешь, что похож на батька, который... Захар, я как бы... Ну, тупого батька, который... Мучает все время. Может, я похож на порнофильм? Ты похож на дебила. Ну, так порнофильмы есть. Все правильно. Будь здоров. Так, где там? Они ready. Что, все готовы? Да. Дайте чуть успокоюсь, меня рассмешили эти два, блядь, клоуна. Так, извините. Я тоже клоун, кстати. Пиши ready демо, поехали. Релайф, короче. Условные ценности тонут в грязи, да, Захар? Я тебя не слышу. Демо, релайф. Демо, главное, когда придешь на первую пару, спроси, русский есть. Скажут нет. Там нет русских, там только строители. Ладно. Пей в кармашек, Захар, на первую. Что у них? Два, три, ой, сколько? Два всадника, по-моему, да. А, ну так... Поехали. По-моему, кстати, там есть саранитка, поэтому Захар, это работа для Лысого. Что, мы едем их вывалить? Захар, а может ты нормальный лук возьмешь, блядь, а не этот? Сейчас я попробую этим, потом возьму лук. Кава, не ловите стрелы, у них стрелки хорошие, я так понимаю, их там то ли двое, то ли вообще трое, блядь. Значит, посчитаю, конечно. Ну, два как минимум. А, два лука за камнем. Два пеха есть, два лука и две кавы. То есть, возможно, есть третий лук. Битва при каннах. Ну, по не факт, я пока не вижу. Если есть три лука, дайте инфу, пожалуйста. Сильванир, ты будешь на саранитке играть, да? Да, попытаюсь. Попробуй. По-моему, Сильванир вон из подавленный. Сильванир, что случилось? Так, поехали на флаг. Что случилось, Сильванир, такой? Да ничего. В чем дело? Кто тебя обидел? Викентий тебя обидел, да? Блин, тут сейчас можно заехать. Так, пехи, выходить на них, пехи на них, выходить скорее в поле на них, быстрее, быстрее, ребята, быстрее, быстрее, ребята, разворачивайтесь, ну. Захар, работай по лукам их, они бегут в поле чисто. Кава, поехали кошмарить вот эту дальнюю отставшую группу. Все на дальнюю отставшую группу. Варль, ты меня покупаешь. А, все, давайте, пушим их, ребят, пушапим. Кава, заезжайте. Кава, в пехов, работайте. Я спешил кого. Так, Лаймор мертв. Давайте, ребят. Хорошо. Два лука работают. Захар, по лукам ебаш. По лукам, Захар. Так, я на луках поехал. Так, я последняя надежда. А, все. Последняя надежда. Русского строительства. Это ты. Так, отлично. Ну так же идем в центр просто. Я заехал, кстати, вообще круто. Да, я видел, молодец. Так же, как поступишь. Отвечаю. А что, мы в сухую, что ли, в смертей? Молодцы. Захар, ты лук поменял? Нет. Сука. Ты посмотри на мой счет, а потом еще раз проси. Ладно, все, Захар разъебал по факту. Вынес. Просто реально закопал. Урыл. Стоящего. Капец, они в меня одного целятся. Ты посмотри на мой счет. Говорят, ты бы сначала посмотрел на мой счет, прежде чем урыл. Ты сначала посмотрел на свои баллы, реально. Так, возвращаемся к теме насущной. Сильванир, что случилось? Все отлично. Все отлично, ну ладно. Вов, теперь все отлично. Ладно, занимайтесь. Наверх, Захар, сиди наверху и не умирай. Ой, я не туда заехал. Ты умер, блядь? Не, я чуть не умер. Пидорас, блядь. Но у меня вот все фуловое. Сейчас не поступишь в МГСУ, если умрешь сейчас. Так, все. Прошу, давай на коня, они стреляют. Ждите, ребят, ждите. Надо их чуть-чуть подкатить, на открытой местности все будет отлично. Стоим на флаге, вы куда, мужики? У них два лука, они сейчас вас будут кросить, у нас чел с нулевым щитом там, блядь. Кава, кошмарить надо, Кава. Я кошмарю. Вся Кава. Пусть на флаг, ёбай. Как-то попал.
Да, вот мало. Отлично, вятский пуляр. Давайте. Защищайте, полярничка вообще. Молодец. Вот реально человек сдал свой положиться. Блять. В башню лучник. Это очень круто. Дэма, надо убить этого лучника. Я не должен умирать, ворать. А, все, точно, точно, точно. Живи, все, уезжай нахуй. Так, ребят, не расслабляйтесь. А, молодец, парашют, все. Молодец. Где там в башне, да? Захар, да, ебаш его. А, уже тут. Так все, поехали в него, парашют. Давай, как Никсонер завещал. Пока не ему стрельно, Захар. Спасибо. Убью. Дэма, ты не должен умирать. Быстро, быстро убей Дэма, Захар, убивай, скорее! Быстрее! Сука, не успели поступить теперь, ну ладно. Так, дальше. Да, поступит 8 число, там уже вспомнил. Дэма, ладно, я такую условие ставлю, ты должен, ты больше, наверное, это, за весь матч не должен умереть ни разу. Ты понял, умрешь, не поступишь. Иди прячься в руину, блин. Не-не, Дэма, нельзя. Надо еще каждый раунд убивать одного человека. Лучник, соло, скавы, слева. А, нет, справа. Там же он сейчас опять в башню пройти хочет. Погоди, остальные? А, остальные в центре, все, понятно. Угу. Понятно. Ты сейчас к нему едешь. Блин. Дэма. Все. Ясно, не... Ясно, вот, блядь. Так тебе надо, пидорас, блядь. Чтоб ты дворником всю жизнь работал, тварь, блядь. Сдох, блядь, дал до флагов. Ждем. Ладно, выходим, блядь, к центру. Ну, Дэма, ты заруинил, блядь. Я тоже. Ну, еще, ну, я еще, может быть, сейчас. Пехи, выходим на них, прям сразу через руины. Скорее. Еще есть шанс, блядь. Пушьте их, ребят. Беги. Пушьте, есть возможность. Кого? Ой-ой-ой. Дерись хорошо, рай. Карта. Отбыл ты, Захар, нормальный рук, как прыгает, да и спешно. Ну шо, у нас 2к вздохнут до раунда, ребят? Ну, я лучника мог купить там на лаву. Да и нахуй, блядь, ты это сделал, объясни мне, чё ты меня троллишь, блядь? Зачем ты это делал, объясни мне? Ну, если он не знал, что он один с кавой, я... И что? Лучше тоже забрать. Всё, блядь, нахуй, меня бесит это, нахуй. Нельзя, блядь, отыграть по-людски, блядь. Нахуй, нет, надо, блядь, зарофлить после, блядь, 2-0. Обязательно надо сдохнуть. Нельзя провести нормальный КВ без идиотской смерти. Молодец. Всё, играй дальше, играй дальше, всё. Просто не делай так больше. Можно было на этом остановиться. Ну, теперь лучник один слева с кавой. А, все к тому пошли. Не, больше я туда не поеду. В смысле, не, он в другой стороне. Слева? Да. Выходите все пехи направо. Пехи все направо, идите. А точно лево справа не перепутал? Не, вон слева. Выходить направо, мы их пушим. Кава, поехали их кошмарить прямо сейчас. Правых кошмарим, Кава, быстро. Тут лучник соло, заезжай, его убиваем. Пехи, на него же. Ну, все, он сбит, убивайте его. Убил? Хорошо. И на флаги выходим. Захар, наверх стой. Там за Регор аккуратно. Тут еще пехи, аккуратно, пехи еще. В открытой местности. Кава, все спешим. Хорошо, добивайте его нахуй. Блять, надо пушить, ребят, пушить, надо парашют в опасности. Пушьте их. Коня запнул. Отлично. Хорошо. Вот этот раз я его убил. Устройте нам сухую. Давай, Дэм, устрой сухую. Блять. Хорошо, устроили мне сухую, блять. Нам не учитывая одного раунда за меня. Я имел в виду бессмертие раунд. Я плохо. Так. Ларигор, кстати, ужасно играет. Ларигор мне сейчас прям ужасно.
Видимо, не хочет. Это по-дивильному убежал от меня, не знаю. Даже не повернулся. Микс без полярмы бегает на открытый. Да, 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 с атаганом. Причем соло. У всадников у них просто нет хороших. Пехи посредством. Вот лучники у них метки, Валаригор дебил, блядь. Что он так плохо играет? Он же может вытащить. Не хочет. Вот то ли дело вятский квас. Пришел и убил всех. Это я понимаю. Человек, ну это можно положиться. Аватарка у него ВКонтакте какая. Я как увидел, я завлажал человека сразу. Мгновенно, с первой секунды. Ну вот, убил. Может мне зайти за славянскую каву? Не смейте. Хотя... не надо, Захар, не надо. У них, кстати, есть замена, да? Да, есть. Лоригор перезашел. Интересно, как. Ладно, давайте ЛЛ и поехали. Либо на каве, либо не на каве. Наверное, на каве. Кстати, это хорошая замена. Каме это понравится, да? Так что... У них три кавы. Ну да, Лоригор на каве зашел. Ну, карки просто выходите. Центральный флаг неприятно остальное. По-моему, Акуме тоже был, я не замечал. Да, конечно, джул был. Нет. Хаос справа или туда? Угу, да. Один лук ушел в правую руину. Понятно. Две саранитки, Гунтер. Ну пойдет. Папа. Кого? По луку. Справа. Он в лесу. В лесу? Да, один скал. Интересно. Одна кава справа тоже в лесу. Это дальняя кава. Да, я понял. Ну а им не повезло. Занимайте. Бегут, можем. Как-то их кошмар. Нет. Кав сзади, Захар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ну ничего, ладно. Я почти ладно. Убил микса, ладно. Из дема аккуратно. Я здесь. Все, уходите, держите флаг. А, у нас только там, только... Да, это плохо. Я плохо. Кава, все, поехали на микса. Эльза, уходи, Кава, все, поехали на микса, он слева, быстрее. Его надо убить. Его надо убить, он с ятаганом, ребят. Ну, давайте, на рыцарском просто, давай, попади. О, господи. Давай, просто убить. Хорошо, бэкайтесь. Назад. Кава. С Кавой можно драться, можно драться. Блять. Извини. Возьму. Зайдите по камерам. Хорошо. Давайте добивайте, попытайтесь. Захар, работай пока. Хорошо. Бейте его вот этого право. Пушим его. Этим он объединится с пехами. Пушьте его. Да, блин. У них всего один всадник. У нас больше. Давай, кайте его. У нас лучник. Калёна. Кайте его. Чуть много. Время есть. Кайте его. Кошмарьте. Просто живите больше. Работай, Захар. Хорошо. Давай, хорошо. Извини. Эльфы мы это уничтожили в этом раунде. Пошлите на правый флаг, разнимайте правый. Лучше, чем у меня оба ударили после того, как мы выиграли. Лучник справа идет. Башня здесь? Да. Еще в кармашке один лук стоит. Захар, а ты куда бежишь? Разреши, поинтересовал. Направо. Ну, ладно. А где у нас еще кого? Да и я на другой стороне. Ой-ой-ой. А лучник справа вы говорите, да?
Да. За можно кровать на кого? Его надо закрывать, его надо закрывать. Справа лука? Он на руине, на руине. Он на руине. Ой-ой-ой, это очень хуёво. Ну похуй, пехи, выходи туда, убьем его в любом случае. Сначала успеем, успеваем. Мам, мне коня расстреливают. Внизу контрист. Но только не гава-то не едьте туда, блядь. Вы что делаете? Гаву уедьте, тут успехи работают. А, он убегает, он убегает, он убегает. Ну тогда на него надо ехать. Когда он спрыгнул, бейте его, конечно, кава. На него, успеваем. Залека. Ой, спешили меня. Нормально, нормально. Дальше, дальше. Его надо убивать. Спешили одну повыше? Успеваем, успеваем. Все, пехи, надо возвращаться постепенно. Эльза, Эльза, Белик, возвращайтесь к лагу. Идите к лагу. Блять. Плохо. Забейте на луку. Они на флаг. Забейте, забейте на луку. Идите на флаг, идите на флаг. Надо пушить флаг просто. Каф, на флаг идите, пушник будет бесполезен там. Пушьте, пушьте, пушьте флаг. Просто пушьте флаг, ребят. Каф, заезжайте туда, Каф, заезжайте. Захар, давай, давай, заезжайте, заезжайте, блядь. Заехали. Живите, 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 деремся еще, деремся. Уши стреляют. Убиваем этого. Нужно убить веха. Кава, кава. Я буду смотреть за кава. Сними, поедь на луку в центр. Сейчас, сейчас. Кто? Спешу. Блять. Играйте, играйте. Бьем его, Эльза, бьем, бьем, убить надо. Ж... просто живи. А, молодец, блядь. Захар, я тебе сейчас помогу, живи просто, живи просто. На флаге, на флаге. Бей вверх, ну, Захар. Его надо убить, убить надо, их убить надо, время, блядь. Хорошо. Кормушка. Ай, почти. Эльза гений, Эльза гений просто. Но так, ждем просто у арки, просто у арки стоим, ждем. Сейчас либо левый, либо правый флаг. Отлично. У меня зафризило, блядь, на последний раз. Понятно. Кава, 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 кава. Закрывай, закрывай. Что? Ёбаный в рот, блядь. О, же бред. Но ты мог его просто на щите сбить и всё. Зачем ты... Sorry. Можно, 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 ребят. Ну, одну металлочку в него. Ну, давай. Ещё. Ну, сори. Ну, ладно, похуй, он лучше бьёт. Ещё, бля, обосраться. А где наш полярщик был все это время? Ну, а где полярщик наш? Блядь, а можешь не умирать всем от, от Джон Голда на каве, пожалуйста? Спасибо. Охуеть. Играйте, играйте, убивайте, убивайте. Все, сейчас, сейчас мы их убьем. Пизда им, блядь. Пизда, убивайте. Хорошо. Хорошо. Ну, нравится, нравится. Так, у них луки налево уходить, налево, не стойте под стрелами, налево быстрее. Нет, просто обосраться. Кава будет, кава будет. Выходите, выходите сюда, выходите на этого лука наглого. Идите. А, у них еще в поле, тогда похуй. Идите налево, налево, налево. И выходите в поле. У вас щиты плохие. Надо сейчас будет после этой руины. Ага, я понял, у них уж уходят наверх. Все, окей, через лево, еще через лево. Будем на флаг играть, похуй. Надо будет пушить успеха на флаге, ребят. Отлично, блять. У них два пехотинца на флаге. Их надо будет просто запушить и убить. Пехи, выходить на них. Кава, Сильвадир, проедь на того лука быстрее, в центр. Сейчас, сейчас, сейчас. Пушим их, пушим, ребят, пушьте, пушьте, пушьте. Я на второго заеду. Пошли, пошли, и пушьте пехов. Можете играть. Убивай, я на микса пошел. У них флаги выше пока. Ай, что. Живи, просто смотри. Я постараюсь. Правее, правее чуть. Тебе стреляют, тебя стреляют. Ой, ну как ты так умер там, ну? О, good фаза. Билд 18. Не-не, я не сильванирую, сейчас просто квас умер, как я не понял. Сейчас бьется все, не удачно. Ну я не знаю, как я там. Ладно, левый флаг берем просто. Как. Но да, вот этот пиздец с двумя нашими всадниками. Ну я заехал, это, прямо, ну, я два закрывал там. Дема, тебе надо было просто вжать щит, чтобы он застопался. Понял, тебе не надо его бить. Вся кава их слева. Я не успел сейчас убивать просто. Блин. Ну обидно. И Захара потом убили, я не понимаю, почему у нас лучник стоял в поле соло и прямо за ними смотрел. Ну ладно. Они потом эту каву глупо. Захар, все нормально, ну ты даже прыгнуть не можешь с ним. Я согласен, там, Захар, ну слишком. Вы что сделаете? Давай место посмотреть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Они правее пошли, вон, рынка. Просто на самом деле прыжок действительно очень важен, Захар везло. Не на руинах. По-моему, как раз. Ладно. Вот этого. Ну ладно, похуй.
Там луки. Не повезло, не повезло. Проходим, попытайтесь наверх нашего лука поставить, я хуй знает. Проходите левее просто, левее проходите на центр, прям левее, левее на центр. Где у них два лука стоят? Один где? Один в руине, а второй будет справа. В какой руине? В центральной наверху. Выходите, выходите, выходите на них, пехи. Ладно, похуй, давайте на флаг. Давайте на флаг, я понял. Кого? Хорошо, хорошо, можете разобрать? Молодцы. У нас будет плюс один, ребят, надо просто пропушить флаг, давай. И сзади каф, еще. Готовьтесь заезжать на флаг. Пехи пушьте, каф заезд. На флаг. Каленый. У них нет садника. А, есть один. Один садник. На луков проходите, пехи, на луков. Я на ближнего прохожу. Я на флаге встану. Я без щита. Да, Захар. Ставь на флаг, кажется, без щита. Два удара в голову, блять. Я заехал в пеха с рыцарского и еще раз ударил ланцой, он выжил. Это адекватно? Ой-ой-ой. Ладно, ГГ, ребят. 12-4. Счет. Спасибо, солдат, что пришли.